Вечерочек, ты на канале Gantt Games, где мы с тобой играем в разные игры, и сегодня мы играем в Amica Game Bundle, и там есть вот такая игра, называется «Вне себя», или по-английски ты можешь увидеть «Beside Myself». Что-то про психиатрическую больницу, поэтому давай посмотрим, как мы сильно испугаемся. Так, ты у меня не будешь сегодня лагать? Так-то вроде ничего. Красивый офис. Это мой, я его только что купил. Видишь, какой я молодец. Это мое место? Так. Ага, когда кружочек появляется, значит можно взять. Майкл, я уехала по делам, буду завтра. Проверь свою электронную почту. Насколько я понимаю, там что-то очень интересное и срочное. Ага, так, рассмотреть. О, ля, могу двигать. Так, ладно, пусть лежит. Глобус не трогаем. Ключики. И что мне с ними взять? Это от моей машины ключи? Больше взять ничего нельзя. Слушай, это игра от другого разработчика. Не Amica Game, а другого. И видишь, тут уже... Если я хочу что-то сделать, появляется кружочек, и его очень сложно заметить на самом деле. Так, если будет сильно лагать, придется все... О, это что такое? Камера. Камера нужна для того, чтобы делать записи и предоставить доказательства при выпуске репортажа. А если я не возьму, то что? То мы ничего снимать уже не будем? Тут что-то есть? Интересненькое. Ничего. Итак, кто-то пришло. Это я могу взять? Что это? Зажигалка. Тоже возьмем, пригодится. Ручка, пригодится записывать записи. Еще какие-то ключи. От двери в офис обязательно. Как мы зашли, тогда интересно, если ключи здесь лежат. Или офис всегда был открыт. О, фотоаппарат, камероид. Это тип фотоаппарата, в котором используется саморазвивающаяся пленка для создания химически проявленного отпечатка вскоре после съемки. Полароид, ты хочешь сказать? Как мы много всего набираем. Так, 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 тут все нормально. Что еще? А где психушка? О, включилась. Я не могу двигать мышкой. Теперь нам сюда. О, он шифтит, кстати. Он тут шифтит. Блять, что мне делать дальше? На часы нажать не могу. О, есть какая-то вот эта штука. А, вот мы распечатали. Майкл, привет. Ты меня все равно не узнаешь, поэтому не буду вдаваться в подробности и объяснять, кто я. Хочу рассказать тебе о месте, в котором когда-то давно, в послевоенное время, проводили испытания новых препаратов. Вся информация об этом месте до сих пор засекречена. Но есть подозрение, что там происходило что-то ужасное. Тебе нужно отправиться туда по координатам, разберись, что там происходит. Это отличный материал для того, чтобы сделать сенсационный репортаж удачи. И все, я могу ехать. Все, ну, видимо, бежим. Все, срочно бежим. Нам сказали, мы едем. Нужно собрать необходимые вещи. Я уже все собрал. У меня все собрано. Я все сделал заранее. Блять, какие еще вещи тебе нужны? Возьми термос. Как это без термоса? Нихуя себе. А пить захочешь? Там же холодно может быть. Глобус. Глобус тоже нужен. Надо же понять, куда нам ехать. Воу! 5 кадров есть. Так. А, это приближение. Ясно. Может быть что-то тут? О, камера нужна для того, чтобы делать записи и писать. Все, теперь можно ехать. Пойду к выходу. Хорошо, мы пойдем к выходу. Но... Это отдельные камеры? Чё за жуть? О, чё за жуть?
что это? Рюкзак слишком тяжелый, поэтому только возьму только самое необходимое. И, это не похоже на рюкзак. То есть ты ходишь один по таким местам? Ты серьезно? Нажмите C, чтобы использовать камеру. И нахуя? Что это мне даст? Камера. А чё все раскидано-то? Почему все мои вещи раскидались? Щиток нам не поможет. Ну тут я так почитал в описании в Симе, что тут нужно прям все исследовать. И тут два варианта концовки. И все зависит от того, насколько мы тщательно будем все рассматривать. Просто когда играешь, пробел, чтобы прыгнуть. О, тут есть прыжок. Вот это теперь будет интересная игра, я скажу тебе. Контрол, чтобы присесть. Нам тут нужно будет от кого-то прятаться. То есть это не ПТ? То есть это прям что-то жесткое? Просто для меня ПТ это... Что происходит? Нажми рычаг для вызова лифта. Я там никого... Блять! Кто двигает кирпичи? Что за жуть, блять? Кто двигает кирпичи? Ой, кирпич упал! Охуеть! Что это? Рычаг. Позволяет привести лифт в движение. Тап, чтобы посмотреть инвентарь. Камера. Ага. Ебать. А игра-то уже жуть-то нагоняет. Я тебе так это скажу. Кирпич упал. Ничего себе. А если бы на голову, то все. Тут ты останешься. Ты хоть бы кому-нибудь сказал, что здесь ты находишься. Открывай. А что так громко? А лифт-то откроется? А лифт не открывается. Пойдем. И я так предполагаю, что игра где-то так же на час. Поэтому, возможно, у нас это займет также несколько серий. Блять, и что? Это все-таки ПТ? Буду ходить туда-сюда? О! Похоже, нужно найти предохранители. Блять, тут коридор один. Мы можем выйти в целом. Тоже как вариант неплохой. Кому оно тут все нужно? О, я нашел предохранитель. А, это он перегорел. А, вот, выбило, короче, их. Не ожидала, да, такое, что я приду и что-то здесь включу. А как они выглядят? Как мне их найти? Они будут на полу валяться или что? Так, один есть. Один нашли. Я так понимаю, их нужно три. И вряд ли меня тут сейчас сразу что-то будет пугать, да? Вот второй. Третьего я не вижу. Пошли обратно. Ой, блядь. А, я испугался уже. Музыка резко затихла, я думал, что... А мурашки-то идут. Ой, ой, блядь. Все нормально. Есть. Супер. Мы просто с тобой на изи. Откуда? Откуда звук? Но это не должно пугать, понимаешь? Сначала это все не должно пугать. Сейчас когда стоком ёбнет.
И что тебе нужно? Что тебе дать? А, ну вот. Теперь берем шланг. О, не подходи, блядь, не подходи. Ща шлангом как ударю тебя по макушке. А ну, блядь, тихо. Всем тихо. Ставь. О, супер. Прирожденный электрик включил электричество. Да, в ужастиках все, кстати, электрики, заметил. Если вырубается свет, все всегда знают, как это делать. А это не так легко ставил предохранитель, все пошло. Там нужно обесточить. Нужно правильный предохранитель найти. Это... Воу. А я могу умереть? Я могу умереть. До свидания! Уу! Я не умер? Я бы не прыгнул, я бы потыкал на кнопочки. А как мне забраться? Блять, есть прыжки, я так не привык. Я так не привык к прыжкам. Эксит. Открываем. Да ё-моё. Ничего. Открываем. О, здравствуйте. Предохранитель. Еще надо запускать электричество. Это ты открылась? Да ё-моё, не то нажимаю. Не могу привыкнуть, что... Оп, ничего нет. А это не открывается. Да вы меня не напугаете. Все, я уже туда не буду просто смотреть. Что вы там делаете? Задвинься, пожалуйста, ты мешаешься. Там что-то есть? Там нету ничего. Кто-то стучится. Ничего страшного. Ничего страшного. Я просто не буду бояться. Я буду очень смелым. Что за звуки странные? Просто видишь, тебе, наверное, будет смотреть интереснее, если я буду бояться. А я, знаешь, я не из таких. Появление креста означает место, которое таит в себе тайну и которое нужно сфотографировать. Опа-на. Ага, ясно. Получается, просто так тратить Что это? Топливо для зажигалки. Жидкость для зажигалок будет поддерживать зажигалку в рабочем состоянии. Это даст вам возможность пользоваться и освещать. А на чем может кончиться? В смысле? Я что-то так смело зажигалкой пользуюсь. Ой, что-то упало, что-то... Это, ну, это я уронил, понимаешь? Это не страшно, это я уронил. Давай полазим тут. Папа, потанцуем. Наведем тут шороху. Поднимайте руки. Все. Хотя тут никого нет. Так, стой. Стой. Прикол. А как-то двери закрылись, я не понял. Вау, все поменялось. Блин, класс. Душ. Душ это для меня, пожалуйста. И мне уже очень страшно. Омойте меня, пожалуйста. Поливайся. Нет, не поливайся, мне зажигалка. Ты что, дурной? Так, это что? Что-то лизнул. Еще что-то лизнул. Ты тут для чего пришел? Все облизывать? Дурья башка. Приказываю всех, кто подвергся насилию со стороны вражеских солдат, доставить в госпиталь для принудительного психиатрического лечения, провести клинические испытания психотропных препаратов нового поколения не менее чем на 1000 пациентов разного пола, возраста и степени психического расстройства. Прошу провести испытания до конца 98 года. Ой, вода включилась! Воду дали, воду дали, воду дали. Мама-на-на-на. Мойся, мойся. Она ржавая вся. Кстати, выключись. Она не выключается. Сука, у меня набежит. Что это было? Да, а то у меня сейчас набежит, как это, коммуналка за эту воду, ты что? Я ж потом не расплачусь, если будет так вода идти. Без конца. Это не нажимается. Слушай, это... очень интересный опыт ПТшки, которая
каждый раз что-то... как будто ты каждый раз что-то делаешь. Как будто ты каждый раз куда-то продвигаешься. Но вот сейчас я в тупике. А нас будет что-то пугать? Хотя может не надо. Хотя может мы обойдемся без этого. Может мне нужно что-то сфотографировать, что крестом отмечено. Ну вы хоть бы... Опа. О. Что это? Мококо. Специальная пленка для фотоаппарата. Фото необходимо трясти для проявления снимка. Ну так это полароид. Взять. Что открывается? Что закрывается? Я вроде все открывал. О, ключ. Ключ от двери на лестницу второго этажа. Вау! Забавно. А там справа мужик чилит. На массажном столе. Ну, я тебе так скажу. Оно бы напугало. Кстати, кнопка появилась. Оно бы напугало, если бы она просто сразу же побежала на меня. Это куда мы? Это лифт? А, ну предохранитель у меня есть, я его уже нашел. Ой, вылези! Сейчас же лифт приедет и нас пришибет. А что-нибудь приедет? Нет? Так, значит, нам может быть вот сюда? Так это все-таки массажный стол, понял? Там мужик прикрыт был только полотенчиком. Так делают только на массажных столах. Да. А что делать-то? Ну, я тут. Что, паркурим? Да нет. А куда мне теперь? Я же все сделал. Нет? Может, мне что-то нужно где-то нажать еще дополнительно? А? Вот что мы взяли вообще вот здесь, я так и не понял. Что это было? Это не открывается. Водичка опять перестала идти. Может, лампочку выкрутить к херам собачьим? Она, глянь, какая нехорошая лампочка. А, вот он, крест. Непроявленное фото, которое нужно потрясти. Я потряс. Фотография для репортажа. Охуенная фотография. Можно сразу на главный телеканал отправлять. Что это? А кто где стучит? Закрыто. Так, и что? Это я сфотографировал. Это что был за звук? Такой. Вроде как должен был напугать. Так, смотри. Это какая-то детская кроватка и зеленая дверца. Нам сюда? Опа. Опа, вот этого я... Вот этого я и боялся. Вот этого я и боялся. Я вот так встану. Обманочка, обманочка. Откройте дверь. Я выйду, откройте дверь, я выйду. О, появились клиенты, первые наши клиенты. Класс. Мы здесь не просто так хотя бы этим занимаемся. Видишь, если ты уже видишь, что у тебя есть какая-то отдача, ты уже будешь... с большим энтузиазмом заниматься любимым делом. Что происходит? Не. Блин, если бы они лэп перевернули, то получилось бы негр. Хелп. Никогда, кстати, об этом не думал. Но почему-то так получилось. Фотография для репортажа. Максимально глупые фотографии, которые я бы даже не смотрел. Но я думаю, что мы с тобой сможем пройти их просто шикарно. Игру на самую хорошую концовку, потому что ты, если смотришь мои видео постоянно, ты понимаешь... Ой! Я увидел чьи-то ребра. Чьи-то ребра, они даже меня немножко напугали. А где стол?
А где, собственно, стол? И как тут проходит сохранение? Потому что я вроде все сфотографировал. Это знаешь? Это я понял. Это, короче, как в этих. В 5D. Вот ты сидишь, и тебя вот такая вот ерунда должна напугать, по идее. Но, черт возьми, она тебя не пугает вообще. Так, а будут какие-то сохранения? Или это одна сплошная игра, потому что я планировал поделить? А может, я и пройду за раз, а поделю потом. Ой, блядь, отстаньте, короче, от меня. Я быстро прохожу на самую отличную концовку. На самую лучшую. Ручка рубильника позволяет включить электричество там, где есть специальный щиток. Все супер, дальше. Красиво. Дальше. Непонятно. Стул не двигается. Тонометр не берется. Слушай, а я померил давление после вот таких вот похождений. Записки доктора Ричардса. Сегодня привезли женщин и детей, и у них наблюдается расстройство психики, галлюцинации, отрыв от реальности. Меня заставляют пойти на крайние меры, применить новую методику лечения с использованием препаратов, которые еще больше ухудшат их состояние. Ухудшат. Это новые препараты, которые не прошли клинических испытаний, и только одному богу известно, что они переживут после этого. Ладно. Будем считать, что это было занимательно. А там тоже у тебя есть что-то? Нет, там ничего нет. Так, тут что? Что-то стучит. О, выключился свет. Я туда больше не пойду. Ебать, напугала меня дверь. Там выключился свет, я туда больше не пойду. Меня там могут схватить и изнасиловать. Ты представляешь, как это опасно, идти в темноту? Зажигалка, хорошо. Не понимаю, для чего нам это надо, потому что у меня нет никакого... Так. Все одно и то же собираем. Это что? А, это всякие ваши... средства. Всякие средства. Открывайся. Очень интересно, мы открываем двери. Ну тут вроде все, я не видел ни крестов. Креста я не... Опа. Что? Что это происходит? Мы в Хогвартсе, что ли? Что это за ерунда? Сами тут летают эти... Я тебе отвечаю, это Хогвартс. Да что происходит? О, мужчина! О, вас много! Класс! Это с... Что? Блин! Что это? Окей, смешно, я тоже посмеюсь. Ой, я вообще не понимаю, что это за херня. Блядь, это забавно. Это не страшно, это забавно. Но мне нравится. Это такой ужас, это знаешь, вот эти ужасы. Ужас... Что это? Это ужас с юморком. Это вот такой вот ужас, такого формата. Что типа ты вроде как должно быть страшно, но ты вообще усыкаешься. Я креста не вижу. И что мы тут... О, креста вижу. Надо подальше фотографировать, потому что херня какая-то, все засвечено. Похоже, нужно расставить картины по местам. В смысле картины по местам? Какие? Ты ж ни одну картину взять не можешь. Ты ж бесполезный человек. Так, не подходи, я тебя сейчас картиной ударю. А где место картины? Ага. Так. А, это так будет работать. Так, какая там картина? А, так, окей, есть. Сейчас, вот она тут стоит. Это же она. Или не она? Вот это вообще, вот это квесты. И мы сейчас что-то откроем красивое, да? Это вот сюда ее. Есть. Следующий крест. Ищем следующий крест.
Следующий крест. Следующий крест, вот он. Так, очень неудобно это все трясти. Но так, это тогда получается вот эта картина. Пойдем со мной. Пойдем, вот так. Супер. А, еще крест, вот он. А закончились. А как мне перезарядить? Тап. Использовать, смотри-ка. Я могу покрутить. А могу использовать. Есть, 10 штук целых. Ага, это я понял, что. Это вот эта последняя фотография. Что-то упало, это не я. Дальше. Открылась дверь. Есть дверь, кто-то в нее стучит. Ну давайте откроем. Тоже будет что-то смешное, а? Ты меня посмешишь? Мы будем с тобой тут сидеть и ухахатываться, да? Я, слушай, я не... Ебать резкий, блядь! А что такое? Там кто-то появится? Блядь, понимаешь? Оно бы действительно пугало. То есть я на это смотрю... Блин, жалко, что оно не пугает. То есть хочется, чтобы было страшно. Но я на это наблюдаю просто как... Да и, блядь. Вот, понимаешь, он идет. И если мне нужно, я просто в этой игре. Класс. Прикольно, оно. А можно потише, я разговариваю. Так, и что мы тут увидели? Твои фотографии говно. Оно выглядит в плане ой, кто-то стоит. Прикольно. В плане вот геймплея, вот то, что мы тут проходим, тут появился крест, потом он исчезает, этот крест. О, это походу я. Прикольно. Появился крест, потом это исчезло, а вон там какая-то бабака стоит. Типа должно быть страшно. И это прикольно. Вот в этом плане прикольно. Но со скримерами здесь нужно, конечно... поработать. Это факт. Я думаю, ты сам это прекрасно все понимаешь. Потому что страшного я пока ничего не вижу, только смешно. Хотя, слушай, может быть, изначально так и задумывали эту игру, что она должна быть смешной? Вот просто ты видел, вот какой-то хрен издалека пошел. Ага. Мы знаем, что тебе нужно, Майкл. Заебись. Дайте тогда, что мне нужно. Если вы такие умные. Вот это? Вы очень щедрые, господа. То есть вот если ты понимаешь, что тебе нужно срочно от него бежать, потому что вот он сейчас к тебе придет, и тебе нужно найти выход из этого места, а он все ближе и ближе. Вот я даже сейчас рассказываю, у меня мурашки начинают идти от этого. Понимаешь суть? А тут как бы я понимаю, что они меня не убьют. Я тебе поэтому и сравнил это как с 5D. То есть ты стоишь, и тебе вроде бы должно быть страшно. Но тебе не страшно. Нет, тебе, конечно, может быть, будет страшно. Она не открывается. Конечно. Кто-то следит за мной. Конечно, оно потом... Может, мне в какой-то момент вот это тоже такая обманочка, что в какой-то момент я обосрусь, как никогда в жизни не обсирался, потому что думаю, а, игра нифига не страшная. Но на самом деле, это просто... Тогда я туда зайду. Вау! Ну типа, понимаешь? Ну типа того. Согласен, это было стрёмно. Но почему он сквозь пролетел? Вот понимаешь, да, вот было бы страшно, если бы он так резко хуяк и появился вот в этом маленьком окошечке. Короче, у нас получается не прохождение, а какой-то дискурс, как делать хорроры. Хотя я не делал, я не разработчик. Это я сужу со своей позиции как зрителя. Вот как зрителю мне было бы страшнее так. О, вот это ненавижу, блять. Вот это страшно было. Вот это жуть, выбежал. Вот, уже что-то начинается. Смотри, уже мне начинает это все нравиться. Там кто-то один будет сидеть.
маленький человек с топором. Похоже на крест. А? Ну, вряд ли. Мы его уже видели, как он должен выглядеть. Поэтому это точно не он. Пол мужчины лежит. Хелп. О, кого-то видел. Считай, мог потерять скример. Опять открываем тут все. Так, а где сохранение? Суки. Просто мне неудобно, конечно, делить серии все. А без дележки не получится, понимаешь? Приходится делить, потому что, как показывает статистика... Прикольно. Как показывает статистика, пока мои видео не смотрят прям... Не готовы так долго смотреть. Вот, пожалуйста, вот если ты досмотрел до этого момента, напиши, тебе вообще страшно? Ты хоть на каком-то моменте испугался? Даже можешь... Буду очень признателен, если ты прям тайминг, вот время напишешь, какое время тебе... Где именно тебе было страшно? О, загадки. Чего? Похоже на какую-то загадку. Да-да, спасибо, я сообразил. Да, прикольно, что двери появляются, потом исчезают. А-а-а, так подожди, это открытые, наверное, да? То есть я должен закрыть. И вот эти. Закройся, пожалуйста. Есть. Потом оставить закрытую только вот эту. Потом левую, так, левую и четвертую. То есть вот эту и вот эту. А внизу все открытые. Не прокатило, да? Тогда все должно быть наоборот. Тут-то ничего нету? Ничего. Тогда все-таки, значит, вот это черные, это закрытые. Закрываем все. Открываем вот эти. Вот эту, вот эту, вот эту. Открыл. Потом закрываем. Вот эту открываем. Вот эту закрываем, закрываем. Оп-оп. Эту что мы... Открываем. Потом вот эту мы закрываем, 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 открываем, закрываем. А закрываем, 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 закрываем. Мегамозг разгадал головоломку. Спасибо. Я очень признателен. Открылась дверь. Супер. О, лестница. Класс. Даже на лестнице спринтовать можно. Это очень удобно. А тут будут сохранения. Прикинь, тут нет сохранения. И вот я сейчас выйду. Куда нам? Сюда? Я сейчас выйду из игры. И он такой, ну, проходи все заново. А? Движение вверх. Выбраться из подвала. Окей. О, игра сохранена. Вот. Супер. Спасибо. На этом я и предлагаю остановиться. Помни, что я тебя попросил насчет тайминга. Если тебя что-то напугало... Напиши мне с указанием времени. Мне интересно, было ли там это так страшно. О, я даже что-то поставил. А, свет включил. Класс. Вот на такой яркой ноте мы и закончим. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий. Делись этим роликом с друзьями. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Скоро увидимся. Всего доброго.